Они всегда готовы прийти на помощь всем, кому так необходима поддержка. Тяжело больным детям, одиноким старикам. Объединение активной и неравнодушной молодежи в России были всегда. В лихие 90-е, когда многие ценности и традиции были утрачены, добровольчество едва ли не ушло в небытие, но возродилось с новой силой в начале 2000-х. Благодаря государственной политике волонтерство стало мощным, поистине народным движением. В День добровольца и волонтера в своем телеграм-канале брянских активистов поздравил глава региона. Александр Богомаз отметил, российское общество всегда объединялось в непростые времена. Мы увидели это и когда весь мир противостоял пандемии коронавируса, и сейчас, когда наша страна столкнулась с новыми вызовами. Мы вместе, а это значит, что никакие трудности нам не страшны. Россия – великая страна, в которой живет самый неравнодушный народ.